Моя мама смотрит телевизор. Она включает телевизор и видит совершенно другую реальность. То, что я хочу, во что бы она поверила, это очень страшный шаг. Поверить, что тебя обманывали и обманывают, и ты много лет в это верила. Поверить, что твоя страна от твоего имени вторглась в другую страну и убивает там людей, в том числе насилуя их и пытая. Что в твоей любимой стране фашизм. Фашизм, который типа твой отец, с которым он воевал. А сейчас фашизм у тебя дома. На то, чтобы ее обмануть, работает гигантская, накачанная деньгами и талантливыми, работоспособными людьми индустрия пропаганды.